Прекрасная погода, живописная природа и, конечно, невероятная музыка решительно все радовало гостей международного фестиваля «Джазовые сезоны». Он прошел в Горках Ленинских уже в 9-й раз, и для нашего округа такие знаковые события – большая ответственность. За эти годы «Джазовые сезоны» стало брендом, ну, по крайней мере, региональным, да, может быть, можно говорить уже и про федеральный уровень, и мы, мягко говоря, горды, потому что такое мероприятие проходит у нас на территории. С точки зрения нашего участия, ну, я бы назвал это хозяйственной некой такой повесткой, и чем незаметнее для посетителей, для участников, для артистов это будет, тем, значит, мы вместе с организаторами отработали лучше. «Джазовые сезоны» уже давно стали брендом и стабильно входят в десятку лучших open-air фестивалей страны. С каждым годом на сцену поднимается все больше артистов, а число зрителей уже давно перевалило за несколько тысяч. Бессменный идейный вдохновитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман признается, что его мечта о празднике хорошей музыки сбылась. О чем можно мечтать? Мечтать о том, чтобы сделать как можно больше. Но самое главное, это, конечно, то, что вот сегодня столько людей приходит на концерт, на фестивали, слушают различные ансамбли, улыбаются. В этом году впервые организовали сразу две площадки для выступлений. На сцене лучшие из лучших. Это и совсем юные джазмены, и опытные артисты Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис. Открывал фестиваль певец Дмитрий Носков, хиты Фрэнка Синатры плюс джазовый оркестр. Музыкальная формула получилась идеальной. Джаз – это изначально музыка вышла из совсем низа, да? Это музыка народная, по сути, и несмотря на то, что сейчас она приобрела такой статус, я считаю, что каждый должен слушать джаз, потому что это музыка, которая делает твое настроение. Зрители и меломаны приехали на джазовые сезоны не только из Москвы и области, но и из других городов. Джаз любим очень у себя в городе, в Оренбурге. Мы постоянно ходим. У нас джаз-фестиваль Евразии проходит. Бутман тоже туда приезжает постоянно. Вот. Хотели здесь послушать. Атмосфера, ну, это самое главное, основное здесь. Вот и для детей можно идти занятиям. Мы с детьми всегда приезжаем. Вот. И здорово, что можно всех развлечь, всю семью разом. Очень нравится. Для лета великолепный формат. И место, я думаю, выбрано очень хорошо. Помимо яркой музыкальной программы, здесь прошли мастер-классы по игре на различных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Те же, кто не успел приехать на фестиваль, всегда могут приобщиться к джазу в Горках Ленинских. Джаз живет в Горках в течение всего года, потому что был запущен новый проект арт-резиденции джазовых сезонов, благодаря которому в Горках Ленинских регулярно проходят концерты ведущих джазовых исполнителей, резидентов клуба Игоря Михайловича Бутмана, и наши посетители могут регулярно на них бывать. Следите за фишей. Екатерина Коваленко, Ольга Садовская, Александр Логинов, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ.